Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. И как видим, у нас турнир закончился. Мы забираем свой реворд. Воу, ну-ка, посмотрим. Да, ребята, я на Сёгу не с одной звездой, к сожалению. Но, тем не менее, ребята, мы с вами получим те самые осколки платиновые, конечно же. И сегодня мы будем с вами апаться. Так, я вот что-то не посмотрел, как у нас насчет сюрикенов. Ну, сейчас посмотрим. Так, ну что, ребята, в магазин прямиком открываем бесплатно колоду. Смотрим, что нам здесь выпадет. Так, ерунда. Рахзар, ну, в принципе, он мне не нужен, ребят. Ладно, фиг с ним. Так, задание у нас через 8 часов только сбросится. Да, не кисло нам еще ждать. Ну что ж, давайте посмотрим, ребята, что у нас за новая неделя и кто у нас будет. Ага, Армагон. Понятно, это хорошо, ребята. Мне как раз нужны осколки на него, чтобы дальше его прапать. Так, ну что ж, заходим в список. Да, оу, ёпарасете, ребят, смотрите. У меня Донателло ролевой открывается. Плюс лисица. Ничего себе, и также, оу, ребята, вы посмотрите, я могу поднять ранг. Охренеть, у меня также мотогеноид повышается по уровню. И Леонардо, ну у меня на все на это не хватит, ребята, элементарно даже мутагена. Слушайте, а кого мне лучше поднять по рангу, а? Вы знаете, что я сделаю платинового персонажа. И я даже не знаю, я в неком смутении, ребят. Может быть, Леонардо сделать? Или Рафаэля? Черт, давайте Рафаэля, наверное, все-таки, да, ребят? Давайте, поднять ранг. Так, у нас хватает сюриков? Да, хватает, у нас как раз 16 тысяч, а тут нужно 10. И 400 осколков. Блин, или все-таки Леонардо, а? Не знаю, ребят. Ну, все, хотели Рафика, будем делать Рафика. Поднимаем ранг, ребята, ему. Тидинс. Ну что же, вы меня можете, ребят, поздравить с первым платиновым героем. Это у нас Рафаэль. Я очень и очень этому рад. Так, ну что же, теперь давайте посмотрим, что у нас дальше. Мы можем поднимать ранг. Давайте вначале мы, значит, откроем Донателло, да? Нанять. Его не было у меня. Так что, ребятушки, вот он появился, открылся у нас. Хорошо, можно будет... Нет, прапаем его потом. И лисичку, конечно же, будем нанимать. Йоу, круто. Давно, ребят, я к этому шел. И вот, наконец-то, пришел. Так, что у них тут? Лисица наносит удар врагу проклятыми клинками мести. Вероятность 10% мести на один ход. Хм. Кулаки пушистой ярости. Лисица лупит врага пушистыми кулаками ярости. Вероятность 25%. Уменьшить силу атаки на 50% на 2 хода. Хм. Так, несчастные ноги. Лисица лупит врага пушистыми ногами ярости. Увеличивает силу атаки на 40%. Все у нее пушистые да пушистые. Ладно, хорошо, ребята. Мы открыли себе новых двух персонажей. Ну, а да... А, елки-то палки. У нас еще и здесь. Смотрите, мы можем поднять ранг. Ах, у нас золотых осколков, ребят, достаточно, чтобы поднять. Как думаете, кого лучше, а? Вот жаль, что мы не можем с вами напрямую прям пообщаться. Мне вот почему-то хочется, знаете кого? Карайку прапать. Давайте, потому что у нее массовая атака. Она кунай его разбрасывает и всех повреждает. В принципе, пцелицы тоже, но я почему-то все-таки карайку хочу. Давайте поднимать ее по рангу. Ах ты, ёпарсты, ребят. Не хватает. Не хватает у нас сюрикенов. Жаль, я тут губежки раскатил. Ну что ж, давайте тогда мы с вами тут сколько? А, тут просто мутаген нужен. Давайте мутагеноида с вами прапаем. Так, шикарно. Он у нас получает 4 серебряные звезды, ребята. Так, и, наверное, нам... Ну да, и Леонардо. Тоже его, ребят, прапываем. Все, поклонился, помолился. И у него открывается, ребята, новый удар «Стратег». Лео вдохновляет своих союзников, увеличивает силу атаки союзников на 40% в течение 2 ходов. Вероятность 30% увеличить скорость на 40% в течение 2 ходов. Ну что же. Я доволен, ребят, я доволен этим. Так, ну что же, нам остается, ребята, копить с вами, как говорится, сюрикены.
для того, чтобы мы смогли с вами еще кого-нибудь сегодня прапать. Так, ну что же, а мы начинаем с вами. Так, надо посмотреть, кстати. Так, нет, нам не здесь надо. Нам надо глянуть испытания. Так, сцена насилия и городская война тени на солнце. Все понятно. Но я думаю, что лучше мы начнем с вами с турнира. Хотя, погоди-ка, давай-ка назад. Назад, родной, у нас здесь осколочки разыгрываются. Давай вначале с осколков начнем. Так, выбираем и поехали в бой. Сейчас на автобой первых два боя у нас идут. Слушайте, Леонардо, блин, ну Рафик у нас прапался. Это вообще четко все. Ой-ой-ой, тут надо, ребята, менять мне немножко расширение, поэтому давайте-ка я нажму на паузу, потому что немножко не так, там здоровья не видно. Так, ну что же, увидимся чутка попозже. Так, ну что, ребята, вроде бы все поправил, давайте посмотрим. Надеюсь, глюков больше у нас не будет. Так, бомбанем, отлично. Ну что же, это был у нас второй бой. И, естественно, будем переходить на третий, заключительный. Дальше нам, ребята, просто не пройти будет. 16 осколков получаем и 8 золотых. Будет сейчас у нас за них бой, драка, как говорится, за эти осколочки. Да, он здесь, конечно, будет буянить, но тем не менее. Ну давай, давай, что-то там, волну. Понятно, с постепенным уроном. Вот это плохо, конечно. Ну давайте попробуем все-таки его пробить. Вот зачем я это сделал, я ума не приложу. Зачем я поставил себя в провокацию, для чего? Да, глупо, конечно, это было. Так, ну давай, бомбим. Так, Лео, подожди, не надо, не падай раньше времени. Ты мне еще здесь пригодишься. Так, хорошо. Так, Раф, отомсти. Молодец. Ну, я думаю, что все, ребят, мы его сейчас сможем победить. Никуда он от нас не денется. Да. Ну, а дальше, конечно же, смысла нету, ребят, нам идти воевать с ним, потому что он нас все равно там сможет победить. Лучше мы идем с вами, естественно, естественно, на ареночку. Начнем, как говорится, развлекаться по полной программе. Так, арена. Драка за Армагона, короче, у нас. Начинаем с самых маленьких. Поехали. Так, делаем откат. Вот сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Лисичку и Доник это надо, ребят, нам прапать. А ну-ка, давайте-ка мы вначале их прапаем. Хоть маленечко, согласитесь. Ну что это, никуда не годится, первого уровня. Здравствуйте, приплыли. Так, где они у меня? В самом конце, по ходу дела. Сколько там первый ап? До 25 уровня или до 20 даже? А ну-ка, посмотрим. Так, ну-ну-ну-ну-ну-ну. Ага, до 30-го. Все, я понял. Так, призыв пиццы. Это у нас, ребята, Донни призывает огромный кусок пиццы, исцеляя союзников. А здесь Дон запускает во врага магические стрелы. Вот это вот надо нам выучить. И еще можем даже. Ну, давай еще сделаем. Единственное, знаете что, ребята, плохо-то? Теперь на лисичку-то у меня нету мутагена. Вот так вот. Дорадовался. Хотел же лису тоже прапать. Да, но все почему-то у меня ушло на Дони. Блин, обидно. Ладно, сколько есть. Ну, единственное, ребят, что мы теперь не сможем прапать своих персонажей, даже если мы наберем 9000 мутагена. Все. Какой? 10 уровень у нее. Так, погоди-ка. Что же я все время спешу-то? Мы там могли поднять какой-то скилл у нее. Навыки. Так, ага, мстительный удар, давайте улучшим. Да что ты будешь делать, не хватает мутагена, ребята. Причем конкретно. Ладно, тогда будем с вами зарабатывать его на турнире. Так, ну что же, мы с вами определились, да? Ведь только что было 11-11, уже 10-10. Странно как-то все это. Давай выбирать тогда наших ребятушек. Возьмем лису, голубя Пита и Рокстеди. Слушайте, я надеюсь, что мы здесь все-таки сможем выиграть. Несмотря на то,
что враг довольно сильный. Так, давай-ка начнем с Хана. Ага, хорошо. Ну-ка, лисичка, как ты у нас тут бомбишь? Хорошо бомбишь для 10 уровня. Ну, хорош хиляться, ёпрст. Ну, что вы делаете? Минус. Кстати, Бакстера-то тоже надо убрать. У него же массовый удар есть. А нам это не нужно. Ой, слабенько. Так, ну-ка, Рокстеди. Да что ж ты, Пит, бомбани его. Ну хорошо, у него нет, ребята, суперудара, по ходу дела, да? Вот этого вот, на маузеров или на волну смерти. Ну, а знаете что, Эйприл здесь вообще нам ничего не сделает. Хоп-хоп-хоп. Да, слаба лисичка пока. Ну и уровень у нее маленький, конечно же. Так, ну а мы с вами двигаемся далее. Первый бой, как говорится, у нас нормуль прошел. Мы сразу на воин двухзвездочный попадаем. Так, в бой. Выбираем здесь. Ну-ка, давай-ка вот с этими вот ребятами. 22 и 19 уровень. Так, так, и вот так сделаем. 22-й. Плюс серебряные они, ё-моё. Ребят, по-моему, здесь надо кое-что замутить. И это будет, знаете, что у нас? Сейчас, секундочку. Я подумаю, как лучше здесь нам сделать. Давай-ка Пиццелицева возьмем. Потому что 22 уровень, я боюсь, ребята, он здесь начнет буянить. Тем более серебряные. Так, Ванечка, Ванечка. С Ванечки мы потом разберемся. Сейчас будем... Ага. Давай вот так вот, плевок. О, хорошо. Плюс постепеночка на них висит. Вообще шикарно. Ну-ка бомбанем. Нет, нет, не надо, блин, ну не надо хилять. Да что ж ты будешь делать-то, а? Так. Рокстеди, не падай. Черт, тебя подери. Ванюша, успокоился бы ты лучше бы, а? По-хорошему тебя прошу. Так, Пицца, давай-ка мы с тобой попробуем наказать Ваню. Есть, отлично. Так, и вот Рафаэля надо наказывать. Да что ж ты не смог даже пробить его, елки-палки, ну... Молодец, красавчик. Ну что, пора с ним завязывать, наверное, уже, да? Так, ну-ка вон того бомбанем пиццей. Отлично, а этого так попробуем. Фух, второй бой прошел у нас удачно. Ребят, слушайте, а вы мне говорили в комментариях, что вот этот вот Пиццелицей появился из Надони. А я про него читал, что это был какой-то чувачок, работал в пиццерии и мутировался после того, как на него мутаген пролился, вот в этого вот Пиццелицева, скажем так. Не знаю, кто прав. Ну что же, переходим с вами, пожалуй, вот сюда. Да? 22 и 24 уровень у нас здесь. И насчет этого, да, вы были правы. Насчет робота железноголового. Это действительно Донателло его сделал для того, чтобы на нем можно было тренироваться. Это все правильно. Так, ну что, возьмем, наверное, мы с вами Крипа, да? Пускай он будет у нас. Я как бы беру одного сильного персонажа и двух послабже. Так, ну вот, начинается. Начинается, да? С утра пораньше. Так, нам нужно уничтожать Леонардо. Лео против Лео. Так, Крипу нужно ставить провокацию, ребятушки. Это, по-моему, если не ошибаюсь, вот это, да? Оскорблять всех, да. Поехали. Все, пока он будет у меня в провокации стоять, надо сейчас Леонардо, потому что он, ребята, может похилять. А я не хочу, чтобы он хилом тут занимался. Так, ну-ка, Крип, будем бомбить. Давай-ка попробуем. Ага, хорошо. Я думаю, что следующий ход он погибнет. Теперь давай Рокстеди будем разбирать. Так, а? Крип, ты, главное, стой в провокации и желательно подольше. Есть, Леонардо упал. Ну, как я, в принципе, и рассчитывал. А вот это, конечно, плоховато. Сейчас кто-то у меня, наверное, упадет, ребят, здесь. Не получится у нас гладко пройти. Ай-яй-яй, так и хочет, ребят, бомбануть. Так и хочет бомбануть у меня... Кто это у меня? Рафик.
Эть. Есть, вот это хорошо, ребят, она промазывает. Ну-ка, добивочный, нет? Сейчас добьем. Должны добить. Есть. Фу. На волоске от смерти, но мы прошли, ребят, с вами. Поэтому двигаемся дальше. Так, ну-ка. Воин 3 звезды. Замечательно. Выбираем с вами... кого взять-то? Давай вот этих вот, наверное, возьмем, гавриков, да? Оптимально как раз будет для нас. 21 и 20 уровни, вообще шикарно. Так, возьмем Лео, Кирби, Бибопа, и надо кого-то еще одного такого взросленького взять, крепенького. Я думаю, что это будет у нас... Да, это будет у нас Карая, ребят. Сейчас я думаю, что она разочек свои кунаи бросит, и половина там ляжет сразу же. Проверим сейчас мы эту теорию. Ну-ка. Хоп. Ну, видите, двое упало, как я и рассчитывал, в принципе. Ну, и теперь Ханук конец. Опс. Ну, и Леонардо тоже. Нет? Я думал, что сможем его подбить. Ну, что же, замечательно, ребят. Двигаемся с вами далее. Пропускаем. Ну, вот она. В элиту мы уже с вами зашли. Ну, пока одна звезда. Но бойцов-то у нас еще много. И боев впереди дофига. Так что, может быть, мы с вами еще и поднимемся по рангу. Так, давай-ка мы определяться. Тут уже 28 и 27 уровни, ребят. Это уже серьезная такая довольно-таки заявочка. Вам не кажется? Кого же мне взять здесь, а? Давай-ка мы, наверное, тут возьмем... Блин, я не знаю. Давай Бакстера. Я думаю, что волны одной будет достаточно, чтобы здесь упали все. Посмотрим. Нет, 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 не надо. Ну что ж ты делаешь-то? Гекка, елки-палки. Фу, ну что, пробуем, ребят. Да ладно тебе, блин, и никого не заразили даже, а? Нет, Кирби, Кирби упал. Все, ладно. Так, тот с провокацией у нас, да? Слабо, очень слабо. А ну-ка попробуем так. Да что ты вообще промазал? А ну-ка, если вот так вот сделаем. Есть, отлично, ребята. Так, Гекка, успокойся. Вот, давай-ка мы маузеров вызовем. Они должны добить. Да. Фух, я уж думал, сейчас упадет у меня кто-нибудь. Я думал, шинигами навернется. Но нет, успели мы здесь их одолеть. Есть, сразу элита 2 звезды. Шикарно. Ну что же, в бой опять. И выбираем здесь с вами. Уже золотые звезды пошли, елки-палки, ребят. Тяжело будет сейчас. Давай-ка, наверное, вот этих вот гаврюшек возьмем. Возьмем их, тут 29 уже левел, нифига вы. Офигеть, 29 уровень уже. Я даже не знаю, как мне тут быть, какого брать себе персонажа. Давайте, может быть, возьмем Шреддера. Он своей массовой атакой должен, в принципе, уронить здесь всех. Но я в этом не уверен, если честно, сейчас посмотрим. Почти, почти, ребята. Так, Донни, ты нам здесь не нужен. Прости. Тынц, упал, отлично. Ой, нет, 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 только нет, массовый. Ай-яй-яй, еще и ты. Ну, естественно, хиляется, конечно же. Что же еще он может делать? Так. Ну, давай сделаем так, хорошо, фиг с ним. Усилили атаку. Слушай, ребята, я, наверное... Я хильнусь. Так уж и быть. А теперь... а теперь давай подожгем. Есть, отлично. Так, а вот так вот, если мы им сможем понизить. Вот, и атаку, и броню. Вообще шикарно. Теперь пускай получает по заслугам. Так, Армагон. Шикарненько. И добивочный от Леонардо. Фух, ребят, ну... Честно говорю, на волоске практически проходим с вами. И
тем азартнее все-таки у нас бои. Ну давайте, мы должны сегодня как можно дальше пройти. Пока идем вообще аккуратненько, никаких проигрышей не было. Все идет у нас четко. Вот этих, конечно, возьмем. Что тут думать? 30-е уже уровни, да? 30-е, ребят, я только подхожу к ним, а они уже 30-х уровни себе выставили. Ладно, тогда мы с вами можем сделать, знаете кого? Если мы возьмем, например, Микеланджело, да, он стрелой, в принципе, их может всех поразить. Но рискованно это делать. Вот, вот кто нам поможет. Естественно, ребят, железная голова, когда он выстреливает свои ракеты, все в ту же секунду просто падают. Сейчас мы это проверим, если выживем. Почему-то я думал, что у нас инициатива, ребят, должна быть больше. Все-таки железная голова. Почему они... Ну, бомбим, пробуем, смотрим. Ёпросты, я, честно говоря, думал, что... Ну-ка, давай, Рокстеди, наверное, с вами попробуем подбить. Да ладно тебе, как ты выжил-то? А если вот так вот мы... Туф-туф, накумарили. Ну а Хан здесь, ребят, для нас не помеха. Да. Фух. Двигаемся с вами далее. Очень-очень прекрасно мы с вами идем. Элита 3 звезды уже. Значит, в самураях мы сегодня точно с вами окажемся. Так, выбираем с вами. Блин, я даже не знаю, все сложнее и сложнее. Давай вот этих вот возьмем. Тут уже 34-й, 33-й уровни. Да, как быть-то? Я не знаю, ребят, тут уже без понятия вообще, кого взять. Ну, давай возьмем Зека. Я надеюсь, что он положит все-таки здесь всех своей бомбочкой. Ну, проверим. Тыч! Да ладно, как ты выжил-то, а? Бакстер, скажи-ка мне на милость. Стоит такой довольный. Ладно, двигаемся, естественно, дальше. Самурай, одна звезда. Ребята, сейчас будут враги еще сильнее. Так, выбираем, пожалуй, вот этих. Я, конечно, знаю... Или вот этих взять? Нет, вот этих я возьму. Ну его нафиг. Надо хоть немножко как-то, ребята, разгрузиться. Так, так, и еще одного. На этот раз мы возьмем с вами... тут уже 40-е уровни. Так просто не прокатит. Ну, давай попробуем. Ну, тут пробовать нечего, ребят. Сейчас Леонардо просто их всех тут разберет. Сделает свой прыжок. Вот этот вот, козырный. И все. Все отдыхают. Изи победа. Двигаемся дальше. Давай, 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 не томи, быстрее. Так, 23-я позиция. Так, смотрим, ребята. Я думаю, что вот этих надо брать. Я беру по звездочкам, видите? Три звезды, три, я имею в виду бронзовые. И только карайка с золотыми. Так что должны, ребята, здесь мы с ними справиться. Вот только кого нам взять? Рахзар, но он... Давай Рафика возьмем. Рахзар, он хорошо, конечно, берет, делает провокацию, но на один ход всего лишь, или на два. В общем, мало, ребят. Будем пытаться с вами здесь разрулить ситуацию. Давай, Раф, я на тебя надеюсь. Так, этот, как всегда, колдует у нас тут. Этот иммунитет, да, вешает. Молодец, красава. Этот еще и контр вешает. Хорошо, приступим, пожалуй, мы... Вот зачем я это сделал, ребят? Зачем я вот это сделал? Я же... Ой, елки ты палки. Вот и довыделывался, ребята. Да что ж ты, блин. Хуже не придумаешь, ребят. Просто хуже не придумаешь. Ладно, давай вон того бомбить. Зачем так надо было делать, ума не приложу. Так, защита. Раф. Я не понял, почему ты сразу не мог прибить карайку?
Ты же у меня супер-пупер боец. И вот так вот лопухнулся, а? Так, этот еще хиляется здесь, да? Ладно. Так, у них контратак. Да какая провокация, я же не это хотел сделать. Да чтоб тебя. Ребят, вот так вот называется. Лопухнулся просто-напросто. На пустом месте. Да, Раф, конечно, хорошо. Хорошо, когда у него, ребята, провокация, но... Ну, он ничего не делает. Нет у него массовых атак. Понимаете, в чем дело? Это вот Леонардо, да, я не спорю. Он бы сейчас их тут всех бы положил бы. С одной вертушки. А так у нас выжил только один Рафаэль. И, соответственно, я профукал бонусы все. Абсолютно все. И никуда мы с вами не поднимемся. Блин. Вот это да. На контратаках я, конечно, круто оплошал. Ну что, давай возьмем тогда с вами... Ну, вот этих вот попробуем. Так, берем Рахзара здесь. Так, так. И еще надо кого-то крепенького взять. Это, наверное, будет у нас Микеланджело. Надеюсь, у нас получится здесь противостоять. Так. Надо убрать вначале нам Бакстера. Да ладно, еще и не пробили. Ну-ка, сейчас сможем добить его. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, естественно, естественно, хил. Так, что же нам делать-то тогда? Пробьем, нет? Бакстера нужно убирать, знаете, почему? Потому что у него есть массовая атака. Ну-ка, куда ты выделываешься, выеживаешься? Вот она, ребята, эта атака. Так, делаем провокацию, короче. И бомбим. Тыч, ну что ж ты не смог добить-то, ё-моё. Давай тогда вот так сделаем, хорошо. Так, ногти в кого будем выстреливать? Давай, наверное, в Криса. Готов. Подожди, а чё, у Рахзара так быстро пропадает это? Провокация? Я офигел. Да, ребят, точно, провокации уже нету у него. И, как говорится, уже начинается разбор полетов. Опять сплоховали мы с вами здесь. Точнее, сплоховал я, вы здесь вообще, как говорится, ни при чем. Да. Нежданчик, честно говоря, для меня. Ну что, Бибоп, давай попробуем тебя, наверное... Как-то уж разобрать-то в конце-то концов. Все-таки вот этот вот... Да ну нафиг! Только хотел сказать, что он такой ватный, несмотря на то, что он здоровый. Вот так вот. Вот и разобрали нас. Опять хреново мы сыграли. А потому что, ребят, бойцы у меня закончились нормальные. И вот приходится вот так вот выеживаться. Да, до самурая двух звезд я еле-еле добираюсь. Ну что ж, я уже выбираю самых слабеньких, ребят, самых слабеньких. И ничего мне это не помогает. Ну давай попробуем здесь. Так, возьмем Брэда, Карайку. Так, кого тут? 36-й, 35-й. Раз. И, пожалуй, возьмем еще Змейка Вьюна. Должно получиться, но если не получится, я не знаю, что с ним сделаю. Так, ну-ка... Пробьешь, интересно мне? Да, должен пробить. 70 уровень, то конечно, ребят, куда там. О, Карайка неплохо так криканула, да, гипноз. А ну-ка, Змейковьюн. Красавчик. Ничего не могу сказать плохого. Да, Гекка, конечно. Так, а это что у нас, я уже не помню, ребят. А, крит удар повышает. Ну давай сделаем. Так, хорошо. Минус. Так, плевок. Ай. Ну что ты там еще, а, Рокстеди? Хорош там высчитывать, выдумывать что-то. Так, нам нужно обязательно вот этого вот Доника прибить. Ну и остался у нас Рокстеди. Так, хорошо. Давай-ка мы вот так сделаем. Повысим себе и скорость. Я так вот. Ну, добивочный от Криса.
Да. Сделали мы это дело. Но здесь уже хорошо, ребят. Здесь уже бонусы в полной программе мы получим. Бонусный мотоген. Самурай 2 звезды. Добрались мы с вами до этого места. Слушайте, нам бы до 3 звезд как-то добраться, но это вряд ли, ребят, не получится. Потому что, ну, сами видите, никого практически не осталось у нас. Как тут драться, ума не приложу. Так, секунду, давай-ка мы уберем, наверное, отсюда. Вот так. А возьмем и поставим вот так. Не знаю, может быть, зря я это сделал. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну, естественно, естественно. Ну, как же без Микеланджело-то? Так, Баксера будем пробовать, ребят, одолевать. А сейчас мы его бомбим, бомбим, и этот Кирби-мышь будет, ну, естественно, хилять. Естественно, она на это и рассчитана, чтобы хилять. Ну что, бомбанем, ребят, попробуем. Хорошо, в принципе, неплохо. А если еще вот так? Ой, четко. Ну, кто-нибудь еще у нас есть с массовой атакой? Нету, ребят, никого с массовой атакой. Но Бакстера однозначно надо убирать. Потом попробуем Гекка с вами подбить. Минус. Так, следующий, кто вы? Давай-ка Рокстеди попробуем. Да ладно тебе. Ну а так, если... Бинго. Фух, ну что? Добиваем, нет? Нет, мимо. А если мы по укусам? Тоже мимо. Хорошо, давай тогда... Что такое-то? Почему гаденыш не хочет... Во, упал. Хиляемся. И добиваем, наверное, да? Нет, не добили, к сожалению, еще. Кричит, крикун. Ну-ка, получи, мимо, естественно, мимо. Как же. Тут тоже мимо. Есть. Ну что же, нормуль. Нормуль, ничего не скажу против, ребята. Ух. У нас кончились герои. Блин, до самурая 3 звезды мы не добрались. Буквально немножечко нам не хватило. Чуть-чуть. Так, давай-ка мы с вами посмотрим. Ну, если, например, даже взять вот этих вот 42 и 41 уровни, 45-й. Слушайте, а может быть еще один бой мы с вами сможем сыграть. Если мы сыграем, ребята, у нас... Ай, лисичка только осталась. Слушай, а как лиса-то у нас осталась? Ребята, мы же ее вроде бы брали. Мы ее использовали, да? Что-то непонятно, почему она опять у нас там осталась. Ну что, давайте надеяться, что мы здесь сможем с вами победить и перейдем в самурая 3 звезды. Хотелось бы мне в это верить. Так, а ну-ка мы тоже попробуем защиту понизить всем здесь. Так, кого бы убрать? Пита. Пита нужно убирать. Хилы нам здесь не нужны. Так, теперь... Не знаю, попробуем Криса, наверное. Фиг там, ничего не получится. Упс. Крысиный король, по-моему, сейчас, ребят, погибнет. Сейчас по нему обязательно удар будет. Да, конечно же. Кто бы в этом, блин, сомневался. Ну, все, здесь остальные остались живчики. А, нет, еще Макман у нас слабоватый. Падает? Не падает. А вот так вот тоже не... А, два удара, отлично. Так, ну что, можно... А нужно ли хилеться-то нам? Нет, конечно же. Давай так вот бомбанем. Так, да куда ты лезешь-то? Ё-моё, ну посмотри, а. Ой, боюсь, ребят, мы не дойдем, наверное, до 3 звезд. Слишком мало бонусов получаем. А ну-ка. Хорошо. Упал. Ну что же, смотрим результаты. Что они нам покажут? Ну, есть, все-таки мы добрались с вами до самурая 3 звезды. И это уже хорошо. Ну что, ребятушки, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами завершим видосик. А уже на следующий пойдем с вами на испытание. Да-да, пойдем на испытание. Ну что же, с вами был Рэй.
Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.